Эй, эй, что за шутки? Я бы сказал, мы квиты. Чуваки, вы, судя по всему, должны объединиться. Я сейчас предлагаю вернуться вам в свой вагон. Дальше я справлюсь. Как с этими двумя справились? Послушайте, мистер... Купер. Мистер Купер, мне платят за то, чтобы этот поезд добрался до Флэкстона. Был бы признателен, если бы вы мне не мешали. Знаете что, мистер... Маккой. Доктор Маккой. Так вот, доктор Маккой. Как я это вижу, путь тут только один. И мне тоже надо попасть во Флэкстон. Как угодно, но не говорите, что я не предупреждал. Короче, они все-таки объединились. Это хорошо. Вдвоем всяко лучше. Ну, а нас, судя по всему, ожидает дальнейшие перестрелки и... Похоже, бандиты завалили туннель. А вы думали, почему поезд остановился? Расчистить завал будет непросто. Хорошо, что они оставили на плато взрывчатку. То есть это еще даже не закончилось, а то, что у нас будет взрывчатка. Это просто видеоставка. Кислый план. Других у меня не бывает. Лады. Тогда за дело. Договорились. Так, подождите, подождите. Я вот так не играю. У нас лежат трупы, от них надо избавиться. Это во-первых. Давай-ка. Поторопимся. И взяли... Иди сюда и выброси нахрен отсюда этого. Кстати, а чувак тоже может вот этот? Блин, он не может этот. О, тяжеловато. Оттуда ты можешь сбросить? Выбор персонажа ПКМ. Не знаю, к чему это все идет. У него есть шприц, докторский саквояж и бинты. То есть он может лечить. Круто. Ладно, брось пока эту хрень. Любой каприз за ваши деньги. Так, выбираем персонаж, подходим сюда. Становится тяжко. Слушай, подожди, поставь в покой эту хрень, блин. Выброси. Как уж я там... Вот, да, иди сюда. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Маккой может бросить свой саквояж. Отлично. Нашел, что бросать, чтобы отвлечь охрану. Потом он должен его забрать. Газовая ловушка ослепляет врагов, которые откроют саквояж. А, прикольно. И это заставляет их потом отправиться в разведку. Меня, конечно, эта фишка заинтриговала. Но с трупами-то что делать? Так, давай-ка иди-ка сюда. Идем. Можно тебя выбросить куда-нибудь? Окей. Ну... Как-то странно его выбросил. Ну ладно, а этот? Вот и славно. И взяли. Выброси. Выплюнь како. Короче, в жопу это все дело. Я же не буду сейчас перетаскивать вот сюда в кусты. Короче, давай отнесем все это добро вот куда-нибудь. Сюда, и чтобы не маячили они. А мне надо открыть саквояж, а точнее мне надо выбрать Маккоя. Здесь я был ПКМ. Я разберусь с их боссом. Это спасибо. Хорошо, что я ты справлюсь. Разберешься, но надо куда-то выбросить. Ну-ка. Ой, присядь, дурак. Нет, иди-ка отсюда, смотри. А то ты сейчас свалишься. Загадочная тема. А этот смотрит на этого. Интересное кино, но... Если аккуратненько... Иди сюда. Если аккуратненько переползти по берегу... Так, давай... По берегу. Если аккуратненько переползти по вагонам,
Бросить саквояж. Загадочная вещь. Ладно, сохраняемся. Еще раз смотрим. Этот сюда смотрит, этот не видит, но надо куда-то бросить саквояж. При этом саквояж надо бросить таким образом, чтобы... Подождите. Я, если брошусь с этой стороны саквояж, то, соответственно, мне дадут люлей. Так, выбираем битву. Где у нас вот этот? Иди-ка сюда. Обожаю бандитов. Так, переполз. Все готово. Ты очень близко бросаешь саквояж. Поэтому переползаем сюда. И нам надо его отвлечь. Вот этого отвлечь от этой стороны. Опять... У меня осталась пара фокусов. Дай-ка вот поближе подойдем вот сюда, чтобы уж совсем видно не было тебя, но... Сколько раз меня эта штука выручала. Отлично. Дорога сквозь ад. Ты. Ты ползешь сюда. Давай-ка переползай. Сейчас мы тут тактическую схему-то быстренько реализуем. А ни хрена мы быстро не реализуем тактическую схему. Никак. А здесь-то... Нет, и здесь... Вот сюда ты, по-моему, можешь перейти. Нет. Да, иди в кусты. Мы сейчас попробуем тебя бах-бах сделать. Один пистолет смотрит. Ну что, пошумим? На сейчас этого. Или никогда. Второй смотрит. Готов. На этого. Жмем Shift и жмем Enter. Давай. Все. Сейчас будем смотреть, что из этого получится. Они должны будут перебежать. Твою ж мать. Идея есть. Я использую свой саквояж как приманку. Прячьтесь и восхищайтесь. Что-то, по-моему, я не то сделал. Саквояж нахрен не нужен. Я так и не понял, а что делать-то надо было? Да. Надеюсь, у вас есть план. Саквояж забери, балбес. Стой. Дайте ко мне. Забирай саквояж. Все в порядке. Иди лучше оттащи, ты бестолковый оказался со своим саквояжем. Ой, как все запущено. Давай. Тащи в раскорячку. А, у тебя тоже можем... Иду. Задействовать, чтобы ты перетащил этого в кусты. И сюда выброси какашку. Не, ну я-то думал, что тут будет самое интересное. Все, выбросили. Давай, идем сюда. Так, посмотрим. И ты иди сюда. Идем. Кстати, зря вы на карачках ходите. Ну, дело житейское, как говорится. Смотрим. Бантлайн. Это что такое? Маккой может использовать свой кольт Бантлайн, чтобы убивать врагов с дальней дистанции. Если этот навык нужен ему для задания, у него всегда будет последняя золотая пуля про запас. Отлично. Ну, вперед. Там на утесе дозорный. Я сниму его отсюда. Ха. Поверю, когда увижу. Да, но подожди. Утес-то где? Обчистим эту прелесть до нитки. Стопэ, а где утёс-то? Вот этот, что ли, дозорный? Подожди-ка, ну-ка. Моя гордость. Толстуха, он опять на коне. Не-не-не-не, отсюда ты не попадешь по нему, однозначно. Давай-ка вот в раскорячку пройдемся сюда, может быть, до кустов. Парни грабят там, развлекаются. Подождите-ка, где утёс? Стоп. Вот он где. Так, бью без промаха. Давай, пробуем. Обалдеть. Кольт Бантлайн Спешл. Изготовлен на заказ. Патроны тоже. Сохраниться я забыл. Во. И давай-ка аккуратненько. Иду. Так, этот тоже сюда аккуратненько. Я еще не разогрелся. Да, я зато разогрелся.
Но ты сюда не попадешь. Поэтому у нас выбираем. Не вагон времени. Нет, у тебя вагон времени. Староват я уже для этого, мистер Купер. Да ладно. Что-нибудь придумаем. Да ладно, что давай, такое? Купер, мы отправим, раз это староват. Значит, будем ползти сюда, да? Купером. А, надо убрать. Ну, убрать вот эту какаху. Во-первых. И... взяли. Иду. Ты не туда его прячешь. Подождите-ка, здесь есть куда его спрятаться? Нет. Использовать контрол. Что это конечно такое? Ты что делаешь-то? Ты вот это лучше сбрось. Лестницу. Надеюсь, веревочная лестница вам по годам, мистер Маккой? Я предпочитаю доктор Маккой. Не сомневаюсь. О, он доктор у нас, это круто. Но дальше-то что? Так, иди сюда, да, Маккой. Я тоже об этом подумал. Это хорошо, что ты об этом подумал. Ты такая умничка. А мне-то что делать? Давай, возьми... Не-не-не-не, подожди. Тебе здоровье. С глаз положи какашку. Сердце вон. Все путем. Ты здоровье. Лучше возьми. Ты посильнее, этот ну, доктор. Тяжеловато. Куда бы тебя выбросить? Конечно, можно вот сюда положить, да? Без давай. Проблем. Вон там. Ой. Не шевели. Ну что же вы... Короче, задание провалено. Фишку я понял, так давайте-ка посмотрим, куда я сохранюсь. Не подрасчитал. Ну да ладно. Все сейчас... свое ношу с собой. Сейчас мы перетащим это все дело сюда. Выкинем лестницу, то есть сбросим лестницу. Покою. Ну так что? И сохранимся. Я забыл это сделать. Нам вверх. Староват я уже для этого, мистер Купер. Да ладно. Не видит. Что-нибудь придумаем. Так, давай, ползи сюда. Все. Вперед. Сбрасывай лестницу. Надеюсь, веревочная лестница вам по годам, мистер Маккой. Я предпочитаю доктор Маккой. Давай быстрее Маккой. Поднимайся. Поднимайся быстрее. Это все, конечно, хорошо. Вот труп никуда не выбросишь. Это вот да. Так, жмем F5. Вот. Не вопрос. Иду. Я разогреваюсь. И сюда. Перемещаем. И у нас здесь... А у нас здесь что? У нас здесь конец карты. Давайте-ка вот здесь. Ладно. В уголочек. Я работаю один. Это ладно, хрен с тобой. Вот, и здесь мы сохранимся. Правда, я не знаю, куда этот труп девать, но тем не менее. Тем не менее, у нас вот тут охрана стоит, и ее надо будет убрать. Ну что ж, это интересно. Ну, наверное, в этот раз я сейчас остановлюсь. Это продолжу в другом видео делать. А на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.